У современного человека предостаточно поводов для печали. Ну, несмотря ни на что, мы должны искать какие-то островки радости. Бог дал человеку для радости вообще все, все вокруг. Настоящая радость, она такая вот, какая-то такая трепетная. Это радость, которую человек не может почерпнуть в ускользающем мире. Интересно, сколько у меня добрых дел. Хороший аппетит. Одно доброе дело есть. Настоящая радость, наверное, в жизни мы получаем, когда отдаем. Радость, она такая. Ей не нужны эффекты, ей не нужны доказательства. Она просто есть, и все. Всего это какое-то тепло души. Вот, этот человек выходит, и ему становится на душе тепло. Какие-то такие вещи, которые дарят очень хорошие, теплые воспоминания.